686 миллионов рублей. Это сумма задолженности населения за коммунальные услуги по всему городскому округу. В соответствии с жилищным кодексом, своевременная и полная оплата за ЖКХ является обязанностью собственников и нанимателей. Оплатить услуги необходимо до 10 числа месяца, следующего за расчетным. Однако не все относятся к платежам ответственно и с пониманием. Об этом говорили на комиссии по работе с должниками в администрации городского округа. В этот раз принимают жителей Силково, Торгашино, Трехселище и Федорцово. По этим четырем населенным пунктам долг за ЖКХ составляет 2 миллиона 311 тысяч рублей. Пригласили 20 человек, пришли не все. Во-первых, это все люди, проживающие в муниципальных квартирах. Мы выясняем сложившуюся ситуацию семейную в первую очередь, то есть в связи с чем возникает данный долг. Кто-то старается платить, кто-то выходит на диалог с управляющей компанией, заключает соглашение и, не нарушая, оплачивает эту сумму задолженности там, равными платежами или как-то кто как может. То есть здесь уже решает управляющая компания. Комиссия разъясняет, что за долги по ЖКХ семью могут выселить в судебном порядке на территорию городского округа, изменив жилищные условия не в лучшую сторону. Представители комиссии стараются не доводить до подобных ситуаций. Как правило, после комиссии жители гасят долги и не доводят дело до суда.